Всем привет! Я Биг Ди. Снова делаю обзор о своей батареечке Powerbank, которую я обещал сделать. Вот поделюсь своими отзывами про эту батареечку, потому что информации о ней не слишком много в интернете. Итак, вам к удивлению, вот она, батареечка наша Esperanza Powerbank Atom 11 тысяч. Объем ее, награды какие-то указаны на упаковочке. Ну, давайте вскроем. Вкратце маленький обзорчик будет. Тут на языках. Наш брехана. Вес ее, как тут указывает производитель, 300 грамм. Так что она немножко весит там. Давайте раскроем. Так, что у нас получается тут? Так, что у нас тут? А, это чек оплате мой. Инструкция. Я ее приобретал в октябре месяце или в сентябре прошлого года. Как видим, у нас в комплекте идет micro USB. Один маленький, небольшой, по длине где-то сколько? 20 сантиметров будет или больше чуть. И сама батареечка. Батареечка у нас сейчас, может, как будет видно. Сейчас, секундочку. Попробую настроить свет поярче. Камере. Она у меня, как говорится, по работе валялась, ну и лежала, транспортировалась в кармане рюкзака. Все можете увидеть, есть небольшие потертости. Особо так уже сколько ей? 4 месяца? То, каких 4? 3 месяца где-то. То очень эксплуатировалась. Есть потертости, вот особенно здесь немножко получилось. Ну и так заметно вот в этом плане. Ну а так, беленькая, адекватная. Давайте перейдем, все просто и быстро. Видим, зарядка 5 вольт 1 ампер, зарядка 5 вольт 2 ампера и входной зарядка, то есть нашего пауэрбанка. Ну что ж, продолжим дальше. Отлучился немножко, про выходы мы поговорили. Также тут присущий фонарик. Ну такой не яркий, на такой-то мощности. Давайте я вырублю свет. Таким еще пучком светит, и в окружности все вот видно. Еще есть такая окружность небольшая света. На такой-то мощности в 11 тысяч, я думаю, светить он будет долго, не проверял. Ну вот так, зарядка. Alt и In. Получается, этим же кабелем, также еще про кабель. Кабель идет чисто зарядный, не сетевой, только заряжать может. Включаем, подключаем к ноутбуку. И все, пауэрбанк свой втыкаем. У нас получается. Оп. И зарядочка пошла. Как видите, 4 деления присущи. Про деление сейчас, кстати, расскажу вам все. Давайте сейчас не будем заряжаться. Как видите, расположено 4 деления. Вот, его включаете, он, получается, ждет, пока подключите устройство. Если не подключаете, автоматически выключается. Так что беды не составит оставить его выключенным. Это, я так понимаю, во всех пауэрбанках есть присущи. Что эта моделька, кстати, обзывается? Называется, давайте правильно назовем, EMP110WG Esperanza. Почему я взял? Мне предлагали других пару батареечек. Она была на скидке у нас. Где-то в районе, сейчас скажу, сколько она стоила. В районе, это на наши баяны. Я ее взял на скидке, она была 27,90. Это в белорусских наших рублях. Это 28 на 2 делим, $14. Так она, как они молвят, стоила 41 рубль. Так что скидка небольшая была. Что с Алика заказывать, что в магазине приобрести. Приобрел. Что меня заинтересовало, в интернете смотрел я на нее информацию, на официальном сайте. Еще много немножко парился в интернете. И в магазине продавца указана была информация, то что тут емкость аккумулятора рассчитана на не 500, а 1000 зарядов. То бишь это гибридный аккумулятор, получается, литий-полимерный, я так думаю. Больше информации особо
По сайтам искал, тоже написано, но на официальном сайте как-то это умалчивается. Литий-полимерный, если источник, это как фирма Sony делает до 1000 зарядов, а как в остальных всех производителей большинства, я видел 500 зарядов. Так что если вот этот правда, то нам хватит буквально, если вы будете заряжать его раз в неделю, вы сами представляете, 1000 зарядов, 3 года с лихвой. Ну, если 500, то да, год, чем-то. Ну, так что еще сказать? А, про поводу зарядов. 4 деления. Я как проверял, зарядка тоже идет 4 делений. Зарядка, кстати, идет на протяжении 12-11 часов. Реально от ноутбука зарядного нету, вставляете, или же от зарядки вашего телефона. Но рассчитано на ток в 1 ампер, 5-вольтный, чтобы заряжалось. Заряжается реально 11 часов. Проверял по поводу емкости. У меня телефон мой Sony ZEL с батарейкой в 2300. Я его заряжал где-то порядка 3 раз. У меня еще брат заряжался на телефоне, у него там 1000 чем-то, и заряд остается. Но вот фишка в чем? По поводу делений. Не обращайте внимания, типа каждое деление, вот разделить 11 тысяч на каждое деление. Нет. Два деления держат очень, очень даже достаточно. Два деления. А два этих очень быстро сливаются. Не знаю, почему они так запрограммировали. Я думал разделить, даже если взять десятку, разделить по 2500 на получается на индикатор. Ну, раз меня даже так подвело, я ожидал, когда первый раз разряжал, шел, у меня телефон сел, надо было заряжать. У меня было два деления, я включил зарядку, ну, иду, и косяк. Телефон не заряжается. Я сначала думал, что за беда, но включаю, она опять выдает ток, ну, и выключается через несколько секунд. Так что вот в таком вот варианте. Кабель, честно признаюсь, кабель, ну, как вам покажу сейчас, давайте вам покажу. Мне очень не понравился. Он как бы компактно, но имеет вот такой вот люфт. Видите, из-за этого телефон, ну, перезагружается. Он не может заряжаться, он постоянно тун-тун-тун-тун-тун. И тем более может, если положите в сумку заряжать, отойти и выключится сама батарейка. Так что имейте в виду, я думаю, с Алика заказать. В районе доллара полтора. Хороший отличный кабель, гнущийся, это тоже неплохой, но видите, считается. Еще вариант такой, что давайте вам продемонстрирую с этим кабелем, где-то у меня есть кабель. Смотрите, нестандартный кабель входит, в принципе, он имеет мало лифта. Давайте проверим и этот включим кабель. На каком телефон будет лучше заряжаться? Ну, этот у меня мигающий, кстати. Как-то давно заказывал со смайликом. Прикольный кабель. Светится. Можете увидеть. Отмигал. Хорошо, что отмигал. Этот возле меня находится, когда заряжает телефон. А тот... Ну, они оба мигали тоже. Цена вопроса 99. Это и налики. Так что давайте проверим. Сделаем тест. Видите, шевелю, и все окей. Правильно? Телефон принимает заряд. Так. Сейчас подрубаем этот кабель. И мы ничего не получаем. Правильно? Вот, видите, какой он прихотливый. О. Вы это слышите даже, да? Даже видеть не надо. Просто можно слышать. Он очень-очень... Из-за этого еще телефон задумывается так приличненько. Но... Так, зарядка пошла. Вот, видите, что творится? Вы заметили, что такого не было при том кабеле. Ну, вот такой вот тест на Esperanza Powerbank. Так что подписывайтесь, если понравилась информация, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, буду делиться своей информацией о своих продуктах.
которые у меня есть. Все, что интересно, задавайте вопросы. Ну, в принципе, тут все рассказал. Дроп-тест не будем делать, колбасить. Ну, такой увесистый, честно. По габаритам. Вот у меня 5-дюймовый телефон. В принципе, ну, толстенький. Удобно можно ложить. Или куда-нибудь команд положили. Только чтобы кабелек маленький был. Ну, все, до встречи. Всем пока.